Уважаемые зрители, Христос воскресе! Святой, к которому мы сегодня обратимся, преподобный Авва Дорофей, подвижник и аскетический писатель. А на наши вопросы сегодня ответит митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Христос воскресе! Воистину воскресе! Владыка, для начала напомните, где родился преподобный, где и как он жил? Преподобный Авва Дорофей родился в городе Аскалоне. Это территория нынешнего Израиля. И жил он в VI веке. Мы мало знаем о его предыдущей жизни до монашества, но по некоторым таким косвенным свидетельствам можем сказать, что он родился в довольно состоятельной и, самое главное, образованной семье. Вот. Он получил неплохое образование. Мне очень интересный есть рассказ о том, как он в юности учился читать книги. Сначала для него это было жесточайшим испытанием. Он был, видимо, достаточно таким подвижным молодым человеком. Вот, и заставить себя сесть за книгу, как он писал, что заставить себя залезть в клетку с тигром, вот, с диким зверем. Но постепенно он втянулся. Настолько втянулся, что его приходилось буквально оттаскивать от книг или книги от него. Вот, он даже не хотел идти есть, вот, не желая расстаться с книгой, которую он читал. Вот такой вот интересный переворот я всегда привожу в пример современным молодым людям. Они тоже сегодня читать не умеют, не любят и не хотят. Вот, но я пытаюсь объяснить, что если втянуться, то это очень понравится. Вот как раз на примере Авва Дорофея. Он достаточно вскоре после такого своего вхождения в мир, в книжный мир, он достаточно быстро стал послушником в одном из монастырей, у Авва Сирида. Вот, потом и попал там послушание такому замечательному подвижнику, аскету, преподобному Иоанну Пророку, как его называет поздняя письменность наша. Вот. Он около 10 лет нес послушание гостиничного, как он сам писал, постоянные верблюды, погонщики, коляски, вот, шум, люди самых разных званий, профессий, и монахи, и просто проходящие караванщики. Все это было на нем, и за всем этим он следил, но при этом находился в очень таком глубоком, настоящем монашеском послушании у преподобного Иоанна. После смерти преподобного Иоанна он покинул обитель и создал сам свою обитель, в которой тоже собралось некое количество братьев. Мы знаем от него книгу поучений и вопросы к преподобному Иоанну Пророку. Удивительно, такой прозрачный писатель, наверное, один из самых доступных аскетических писателей. Причем надо учесть, VI век, да, 1400 лет тому назад. И его книги читаются так, как будто они написаны сегодня. Человеком, который вот живет в наше время и в нашем мире. Я считаю, что это книга, с которой надо начинать знакомство с христианством. После Евангелия первое. Вот есть Евангелие и есть поучение Авва Дорофея. Это рассказ о том, как Евангелие применить к человеческой жизни, как его исполнить. Вот очень убедительный рассказ, и совершенно потрясающие примеры. Вот, и с одной стороны просто, а с другой стороны очень глубоко. Владыка, а когда у вас состоялось знакомство с поучениями Авва Дорофея? Вы знаете, мое знакомство с духовной литературой состоялось тогда, когда я поступил в Московскую духовную семинарию. Это был 1985 год. В библиотеках такой литературы не было. В спецхранах, ну, я туда доступа не имел. Вот, я и Авва Дорофея, и Лествицу, и Добротолюбие, и Архипелаг ГУЛАГ я прочитал на первом курсе семинарии. Вот, поэтому, да, поэтому вот, и, конечно, знаете, у меня было совершенно потрясающее, ошеломляющее такое впечатление от аскетической литературы. Все-таки я закончил филфак, я тоже очень много читал в юности.
Вот. Ну, по крайней мере, европейскую и русскую классику я прочитал без привлечения, ну, если не всю, то большую ее часть. И вот, вы знаете, все прозрения, все глубины исследования человеческой души всех наших великих мастеров слова, они совершенно такие детские по сравнению с тем, насколько глубоко и насколько пронзительно и проницательно открывается человеческая душа в самых ее самых глубоких, самых ее таких интимных проявлениях вот в этой аскетической литературе. Это очень интересное, очень важное и очень поучительное чтение. Владыка, а чем аскетика может помочь обычным людям? Очень многим, потому что и монашествующие, и обычные люди устроены примерно одинаково. В сердце каждого человека происходят определенные события. На каждого человека действуют какие-то греховные помыслы, и с этими помыслами надо бороться. И монаху, и не монаху. И вот в аскетической литературе очень глубоко, исчерпывающе описываются способы борьбы с грехом. Аскетика говорит о нескольких этапах человеческого, так сказать, устроения. Первый этап – это как стать человеком настоящим, как стать человеком евангельским, вот. И потом уже как стать святым. И вот если мы люди обычные, живущие вот сегодня, начнем воплощать хотя бы первый этап, нам этого хватит на всю нашу жизнь, еще останется. Поэтому аскетическая литература, она очень полезна и нужна не только монашествующим. Ну, об этом даже свидетельствует история. Патерики, жития святых, лествица, поучения об Дорофее всегда были необыкновенно популярны в христианском мире, особенно и в том числе среди обычных людей. Всегда. Потому что они показывают человека, преображенного благодатью Божией. Собственно говоря, к чему мы все стремимся. Есть ли у вас любимые какие-то главы, цитаты, фразы из поучений Авы Дорофея? Ну, вы знаете, я воспринимаю, стараюсь воспринимать все в целом. Вот как-то. Вот я не могу. Единственное, вот есть одна фраза преподобного Авы Дорофея из его поучения, которая в самом начале на меня произвела очень глубокое впечатление. Я до сих пор ее помню и часто ее цитирую. Он говорит: если человек просит у Бога смирения, он должен знать, что он просит Бога послать человека, который бы оскорбил его. Ну, как бы, Господи, дай мне смирение. Да? А кто-то пришел и оскорбил тебя. Вот Господь ответил на твою просьбу, дал тебе смирение. Это очень такое, знаете, такое отрезвляющее вещь, высказывание. У него удивительно глубокие слова его, они, ну, не знаю, мне кажется, что могут помочь любому человеку. Я как раз предлагаю на некоторых фразах остановиться и, может, немножко так разъяснить нашим зрителям. Да? Давайте попробуем. Угу. К примеру, есть такие строки: «По благости своей Бог дал нам заповеди, очищающие нас, дабы мы, если пожелаем, могли соблюдением заповедей очиститься не только от грехов, но и от самих страстей. Ибо иное – суть страсти, и иное – грехи. Страсти – суть гнев, тщеславие, сластолюбие, ненависть, злая похоть и такое прочее. Грехи же – суть самые действия страстей, когда кто приводит их в исполнение на деле». Вот эти слова. А что здесь непонятно? По-моему, очень понятно. Страсти – это тщеславие, гнев, похоть и прочее. Да? То есть те чувства, которые живут в человеке, которые вынуждают его действовать по страсти. Да? Вот есть, вот я гневливый, допустим, да, я гневливый, очень гневливый человек. Это страсть, она живет в моем сердце. Да? Но я взял, наорал на него вот, изо всех сил. Да? Вот это действие страсти. И также и со всем остальным, с похотью, с тщеславием, да, вот я тщеславлюсь всегда, да, но начинаю проявлять вот это тщеславие в каких-то своих поступках. О чем говорит Ава Дорофей? О том, что надо просить Бога не только
избавиться от вот этих вот внешних проявлений страсти. От них можно избавиться усилием воли, воспитанием. Да? Есть много людей, которые, ну, по крайней мере, имеют навык вести себя прилично. Да? Не будут бросаться на человека. Он на него разгневается, да? Но не будет на него бросаться, орать, кричать, топать ногами там, и прочее. А как-то так это внешне это может не показать, но потом, ну, или для себя будет вред получать, потому что это разрушает человека, да? Вот. Или же потом найдет способ каким-то образом отомстить, да, или там сделать что-то неприятное. Вот. То есть Авва Дорофей говорит, что нужно не только проявление страстей удалять от себя, да, бороться с ними, но нужно сами страсти побеждать. Чтобы вот чувство гнева, чтобы оно не жило в моей душе, чтобы его не было там. Чтобы сменить его на противоположную добродетель, на доброту. Тщеславие на смирение, ну и так далее. Вот о чем говорит преподобный. Следующая фраза. Каким средством можно получить исцеление от памятозлобия? Молясь от всего сердца об оскорбившем и говоря: «Боже, помоги брату и мне молитв ради его». Получается, что если человек оскорбил тебя, то ты не должен отвечать ему, так получается? Ну, вот только что я приводил слова Авва Дорофея, да? Да, если человек оскорбил, это Бог послал тебе повод для смирения. Угу. Конечно, угу. Конечно. Мне кажется, еще одна фраза не совсем понятная. Привести себя в такое устроение, чтобы во всем находить себя достойным укорения. Это значит, ну, это больше такое монашеское, такое добродетель более глубокое. А во всем находить себя достойным укорения, чтобы не случилось. Знаете, вот мы постоянно испытываем какие-то проблемы в жизни, да, что-то у нас не получается, что-то получается не так, как надо, какие-то ситуации выходят, да, и мы всегда ищем виновных извне. Да? Вот он виноват, вот они виноваты, вот начальство виноват, вот соседка такая, вот это еще водитель там тот. Да? А Авва Дорофей говорит о том, что надо во всем себя винить. Надо искать, в чем я виноват, в том, что произошло, в том, что произошло, в чем моя вина. Вот это тоже очень хорошее, очень полезное качество для человеческого общежития. Следующая фраза. «Понуждай себя ко всему доброму и отсекай свою волю». О какой воле идет речь и как ее можно отсечь? Отсекать свою волю, ну, понуждать к всему доброму, понятно, да? То есть, потому что, ну, такая вот есть особенность человека, что какие-либо добрые дела, в общем-то, приходится себя заставлять делать, да? Ну, по крайней мере, в начале, пока нет навыка такого прочного, навыка, который укоренился бы в душе. А отсекать свою волю – это то же самое. Вот есть такая старинная русская поговорка: «Не так живи, как хочется, а так, как Бог велит». Вот человек обычно пытается сделать так, как хочется ему. А надо понимать, что все происходит по воле Божьей. Да, у нас есть какие-то планы, намерения. Мы должны их проводить в жизнь. Мы должны стараться сделать что-то. Вот у меня есть планы. Это не значит, что надо сесть, сложить руки и вообще ничего не делать. Нет. Но исполнение этих планов, исполнение наших желаний, наших задумок надо положить на волю Божию. Раз есть воля Божия, значит, получилось. Не получилось – нет воли Божией. И все. А если более глубоко, более, так сказать, конкретно отсечение своей воли – это монашеская добродетель. Вот когда Авва Дорофей преподобный был по слушанию преподобного Иоанна, он отсекал полностью свою волю, когда послушник, не рассуждая, подчиняется воле своего наставника, ну, конечно, наставника, испытанного наставника, который действительно не просто будет командовать его душою, да, а вести ее к спасению. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители.